Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат. И данное видео очередное в цикле разбор партий сильнейших шахматистов современности. И, конечно же, мы не можем обойти такое эпохальное противостояние, противостояние различных поколений, как противостояние нынешнего чемпиона мира Магнуса Карлсена и экс-чемпиона мира, преемника, вернее, предшественника Карлсена на шахматном троне, индийского супергроссмейстера Вишванатана Ананда. Данная партия была сыграна в блиц с контролем 3 минуты плюс 2 секунды добавления на ход в швейцарском Цюрихе. Это был блиц-турнир, который предшествовал супертурниру, который проводится в этом городе уже традиционно. И в этом турнире встретились два этих сильных шахматиста. Нужно сказать, что данный турнир был чуть ли не первым официальным, достаточно сильным соревнованием, в которых участвовал Магнус Карлсен после его победного матча против того же Ананда. Их матч 2013 года закончился в конце ноября. Соответственно, 2013 года, ну а данный турнир был игран в начале 2014. И Карлсен фактически в том турнире, в блиц-турнире, просто получал наслаждение. То есть он играл раскованно, он играл необычные схемы. И вот против своего недавнего соперника он вышел белыми в очень необычный вариант. Поэтому давайте попробуем разобраться, в чем же здесь дело. По ходу нужно сказать, что данная партия прокомментирована для Chessbase индийским гроссмейстером Видитом. Поэтому вы можете здесь видеть его комментарии на английском языке. Я буду по ходу дела их вам переводить, если вам они будут непонятны. То есть, кто не понимает английский язык, тот послушает меня. Кто понимает, может быть, напишет в комментариях, что я сказал не точно. Ну и по ходу дела буду добавлять какие-то свои мысли. Конь f3, так сыграл Магнус, ну, опять же, шахматист сильный, шахматист универсальный, играет различные дебюты. d5, b3, ну и c5. Вот этот дебют называется атака Немцовича-Ларсен. Вообще нужно сказать, что первым в серьезную турнирную практику вот это построение за белых ввел как раз Арон Немцович. В чем здесь его идея? Идея в борьбе за поле e5. То есть на ход c5 самым точным считается ход e3. Так не было сыграно в партии. Но дело в том, что на ход слон b2, и это отмечал сам Немцович, есть сильнейший ответ f6. И дальше черные ставят пешку на e5. Ну, например, если d4, то разменялись и e5, и у черных сильный пешечный центр, а белые не совсем понятно, для чего это все затеяли. Поэтому еще сам Немцович писал о том, что здесь самый точный ход все-таки e3, открывая слона. Ну и здесь на f6 мы можем сыграть d4 и взять на d4 пешкой, поэтому вот это f6 уже здесь фактически бессмысленно. Черные могут играть конь f6, дальше в принципе есть шах слон b5, ну а самая такая, можно сказать, каноническая позиция возникает после вот такого порядка ходов. То есть дальше конь f6, слон b2, где-то так e6, дальше слон зашел сюда, слон d7, взяли-взяли. Рокировка, ну, например, слон e7, f4, и вот эта позиция встречалась в практике Немцовича достаточно большое количество раз, и он здесь побеждал, насколько я помню, и Рубинштейна, и, кажется, против Тейхмана тоже такие были у него построения. Ну, а эстафету Немцовича подхватил Ларсен, а с ним и Бобби Фишер. То есть Фишер тоже поигрывал эту схему. Ну и помню еще партия против Мекинга у Фишера была как раз за белых. То есть, ну а в советских, так сказать, источниках информации, турнирных сборниках отметился приверженцем, как приверженец этой схемы Симагин, Владимир Симагин. Поэтому еще бывает называют этот ход b3 дебютом Симагина. То есть вот такая довольно интересная схема, но минус, конечно, этой схемы в том, что черные получают слишком большой выбор продолжений, и они могут варьировать свое построение
в большом диапазоне. Поэтому практически вот эту вот схему применять на постоянной основе смысла большого нет. Но кого заинтересовала эта схема, отсылаю вас к книге Ильи Одесского «Изумительная жизнь с B2, B3». Там довольно живым, ярким языком, ну и профессионально с точки зрения шахмат, описана эта дебютная схема. Но мы, опять же, надолго останавливаться здесь не будем. Магнус, тем более, что сыграл здесь не слон b2, не e3, а сыграл e4. То есть, вот здесь Видит описал это как будапештский гамбит с переменой цвета. Действительно, очень неожиданный, как он написал, достаточно неожиданный выбор. Ну, не совсем понятно сразу, зачем отдается пешка, но кто играет будапештский гамбит, знает, да, что там дальше следует после d-e конь g5 и очень похоже на именно этот дебют. Конь f6, черные защитили пешку, конь c3. Ну, вот здесь Видит написал о том, что в общем виде, да, в будапештском гамбите развивается слон на e6, то есть на c4, и провоцируется ход e6. Ну, а вот здесь, если играть конь c3, то есть дополнительная возможность слон f5, то есть вывести сначала слона на f5, а дальше сыграть e6, что черным в принципе хорошо. То есть здесь он приводит такой вариант: слон c4, e6, конь c3. То есть считает, что так было точнее. Ну, в принципе, с гроссмейстером можно согласиться. Конь c3, дальше конь c6. Ну, вот здесь был еще такой вариант, как слон f5, шах, конь c6, ферзь e2, ферзь d4, защитили еще раз пешку на e4. f3, взяли, слон c6, конь f3. Мы видим, что белые играют натуральный гамбит. Ну, конечно, это типичная игра для вот такой вот схемы. То есть дальше где-то мы сыграем слон b2, ферзь уйдет, 2-0, линия f открыта для ладьи. И, в принципе, это неплохо для белых, раз уже они сыграли e4. Но в партии последовало конь c6, слон c4. Е6, все-таки слона пришлось закрыть, раз черные слона в 5 не сыграли, слон b2. Посмотрите, какие сильные слоны у Карлсена, и он нацеливается на позицию возможной короткой рокировки черных. Слон е7, 2-0 и конь c, е4 после 2-0 черных. В чем здесь смысл? Ну, конечно, белые рано или поздно должны будут скушать эту пешку. Возможно было, конечно, сыграть f3, но дальше вскрыть линию f для ладьи, но, наверное, это было уж слишком. И Магнус не решил сыграть эту гамбитную линию. Здесь Видит пишет о том, что вот в этой позиции недостаток вот этого хода b2, b3 в том, что он препятствует такому типичному маневру в этой позиции, как a2, a4, дальше ладья А1, А3 и ладья H3. То есть вот такой вот подъем на лифте ладьи и перевод с ферзева на королевский фланг. Если вы видели предыдущие видео мои по партиям Магнуса Карлсена, то вы знаете, что Магнус владеет этим приемом и охотно часто его применяет в своих партиях. То есть вот такой перевод ладьи. Ну, нет здесь, конечно, такого перевода. b4 придется играть, отдавать пешку. Зачем это? Поэтому конь c4, конь e4. Вот здесь Видит указывает на то, что есть ход h6. И такой примерно вариант. Взяли-взяли, забрали-забрали, конь e4, ферзь e7. Ну и здесь у черных нет слабости. И контроль над центром, опять же, Видит предпочел бы здесь играть черными. Ну, можно опять же с ним согласиться, потому что этот слон на c4 упирается в пешку. Не совсем понятно, что делать белым. То есть план c3, d4 какой-то, кажется, не из этой партии, да? Ну, какой-то ход ферзь h5, это всегда b6 защита пешки. То есть здесь, в принципе, у черных неплохо. И вот в этой позиции в партии после конь e4, конь e4, Анант сыграл несвойственным образом для себя, он сыграл e5. Понятно, что хочется ему все-таки вывести белопольного слона, он хочет взять под контроль поле d4, но проблема в том, что он скрывает белопольника белого. И вот эта вот диагональ a2, g8 вскоре в этой партии станет критической. Но здесь Видит пишет, что очень было удивительно, что Анант сыграл в режиме блица за несколько секунд. Вот именно так, e6, e5.
Опять же, это открывает диагональ для слона и позволяет белым провести ход f2, f4, вскрывая линию f для ладьи, которая вместе со слоном вот здесь так будет контролировать слабый пункт f7. То есть нормальным продолжением было b6 вот в этой позиции, то есть не спешить играть e6, e5. Ну а дальше с таким вот намерением слон b7, ферзь d7 и ладья ad8. То есть такие нормально развивающие ходы, черные развиваются. Ну а ферзь g4 можно парировать путем конь d4. То есть мы видим, если сыграть c3, то слон закрывается, ну а конь пока что здесь все блокирует. То есть мата на g7 черный не получает. Но e5, и сразу же Магнус получает удобную тропинку для развития инициативы. Он сыграл f4, поддевает пешку. Приходится брать. Ну и дальше ферзь h5. Ну, все тот же такой залихватский манер игры. Магнус, конечно, не хочет брать пешку на f4, так как это слишком очевидно. И хочет как-то навязать свою какую-то сложную борьбу своему маститому сопернику. Здесь лучше было сыграть ладья f4. Слон e6, взяли, ферзь g4 с атакой. То есть мы видим, что на f4 брать нельзя будет мат, ну а пешку же защитить возможно, но как видим, что идет еще атака на пешку e6. Поэтому здесь черным не очень хорошо. Ну а после ферзь h5 в распоряжении черных была возможность та, которую они получили, сыграв e6, e5. То есть можно было сыграть слон e6, нейтрализуя давление по белой диагонали. Ну и дальше, например, так, ладья f4, взяли, конь d4, у черных своя контр-игра. Ну, например, они грозят так. Если ферзь отойдет куда-то, то можно конь e2 огорчить белых. Ну, сыграл в этой позиции после ферзь h5, конь d4. Анант не решился на слон e6. И после этого последовало ладья f4. Мы видим, что вот в этой позиции белые развили уже достаточно серьезную инициативу. У них есть возможности дальше ее увеличивать, то есть сыграть, например, ладья AF1. Но и в данный момент как раз уже мы видим, что давление на пункт F7 достигло практически своего максимума. Целых три фигуры белых атакуют вот эту пешку. Ну а защита этой пешки, как правило, связана с дальнейшим ослаблением позиции. Вот здесь пишет, видит о том, что Анант впал в глубокие раздумья, и его секундант Питер Лека в лайв-трансляции отметил, что необычно, что Анант тратит здесь столько времени, он любит играть быстро. И я думаю, что определенно он чувствует в этой позиции сильное давление. Ну, наверное, так и было, потому что, может быть, результат чемпионского матча давлел над Анандом, и он не мог в полной мере проявить все свои качества. Ну, а Карлсен, как мы видим, играет легко, не безошибочно, но так бывает. То есть, если настроение хорошее, и, может быть, небольшую ценность имела именно эта партия для Карлсена, то обычно получаются красивые партии. Именно про эту партию мы можем так сказать. Здесь лучшим ходом было слон e6 все-таки сыграть, и это было меньшим из зол, как пишет, видит. Конь c5, вот такой ход находится, так как все-таки пешка под боем. Коня защищает ферзь по пятой линии. Слон c4, ладья d4, видим такие нетривиальные размены. И дальше слон e2, такой достаточно точный ход. По-прежнему слон c5 это ферзь c5. Ну а слон e2 мы напали на ферзя. И дальше ладья d8, слон h5, ладья d5, слон g6. Такие сложные маневры, каждым своим ходом фигура либо уходит из-под боя, либо нападает. Да, вот ладья c5. Ну и в этой позиции, конечно, у белых большой перевес. Все-таки у них лишняя пешка. И что очень важно, вот эти две пешки, они фактически являются проходными. В то время как у черных возможность образования проходной только одной на королевском фланге, плюс две черных ладьи очень активны, не в пример черным. Но в партии Анант не сыграл слон e6 и сыграл g6. Все мы, конечно, понимаем, что после этого сила слона на b2 только увеличивается. Единственная преграда — это конь на d4 и ферзь e5.
Вот в этой позиции мы видим, что видит поставил оценку уже плюс-минус, то есть строчка, белые выигрывают. То есть черные уже сейчас имеют проигранную позицию, атака белых слишком сильна. Смотрим, как Карлсен закончил партию. b6, ладья аф1, видим снова на поле f7 3 боя, две защиты. Поэтому слон f5 перегородили линию. Ну и вот здесь были различные варианты закончить атаку. Мне, когда я просматривал эту партию, в глаза бросился, конечно, ход ладья f5. Понятно, что бить конем нельзя, так как будет мат по черным полям. Ну а если же f, то снова ладья f5. Например, так, ладья c8, конь g5. Присматриваемся к полю f7. Бить здесь нельзя, потому что следует ладья g5 и приходится отдавать ферзя. Поэтому наиболее упорно ферзь d6. И здесь красивая комбинация. Ладья f7, оставляем ферзя под боем. Ферзь d5 наиболее упорная и ладья e7. Дело в том, что если здесь отойти в угол, то следует вот такой симпатичный мат. Ну а на ферзь e6 следует просто конь e6. Бить коня нельзя, так как здесь белые получают большое материальное преимущество, ну а другого выхода особо и не видно. Поэтому здесь, конечно, белые выигрывали, но Карлсен сыграл g4, слон e6. Ну здесь уже поздно такой ход делать от безысходности. Сделал его анонс, слон e6, fe, ладья f8, слон f8. И видим, что решающим образом входит в игру конь f6. Такой ход, конечно, приятно сделать. Король h8, возможно, в этой позиции как раз пытался отстояться анант, но сыграл c3 Магнус и конь c6. Это позволяет провести симпатичную комбинацию, завершающую. Несмотря на то, что ходом c3 выключил из игры своего слона Магнус, ему хватает трех фигур, ферзя, ладьи и коня, для того, чтобы поставить мат черным. Здесь могло показаться, что слон g7 затягивало борьбу, и так, наверное, и есть, хотя гроссмейстер видит, не отметил этот ход. Что в этом случае? Взяли-взяли, здесь фактически лишняя фигура, да, получается, поэтому, конечно, данное продолжение не рассматривалось. Но закончим. Слон d4, ладья c8. Как здесь выигрывать? Да? Просто можно сыграть g5, a5, ферзь e3. Ну и дальше ферзь, например, по такому маршруту заходит на h7. Ну а любой ход слоном, да, ведет к решающему ослаблению черной диагонали. Поэтому так не сыграл Анант, он сыграл конь c6. И вот здесь очень красивый ход, конь e8. Все дело в том, что если в этой позиции брать ферзя, да, то следует симпатичный мат ладья f8. Посмотрите, как красиво, да, перекрытие. То есть тема этой комбинации — это перекрытие. Но возникает вопрос, а что делать, если король пошел бы вот сюда? То есть как здесь поставить быстро мат черным? Попробуйте найти вот в этой позиции мат, ну причем этот мат ставится даже несколькими способами. Вот в данном случае я вижу два мата. Попробуйте найти за белых две возможности поставить мат в два хода черным. Подумайте и найдите. Ну и так, самый простой ход, конечно, бросается в глаза, это ферзь e6, король h8 и ладья f8. Ну а вторая возможность, наверное, более красивая, это ферзь h8 сыграть. Завлечение и вот так ладья f8. То есть такие два мата могли возникнуть в партии. Но нужно сказать, что вот этот вариант, второй, он мог последовать вместо хода c3 в этой позиции. То есть здесь Карлсен уже мог сыграть конь e8 и король g8. Проблема в том, что здесь нет хода ферзь e6. Так как конь защищает. Ну а на такой ход можно побить ферзем, как мы видим, разменять ферзей, тут еще далеко не ясно, кто выиграет. Поэтому вот именно здесь партия закончилась бы очень красиво, если бы Магнус нашел ход ферзь h8. Король h8, ладья f8. И вот так могла партия закончиться. Ну, тем не менее, Магнус выиграл, он показал свою силу в полной мере. Запомним вот такой интересный ход e4. Может быть, кому-то из вас эта дебютная схема поможет набрать большое количество очков в блиц. Поэтому спасибо за внимание и всего доброго.